Продолжается борьба за Кубок города «Дивизионный лидер» по хоккею с шайбой. 10 апреля на ледовой арене спортивно-культурного комплекса «Союз» клюшки скрестили хоккеисты производственного объединения «Старт» и команды «Союз 80-х». На протяжении первого периода соперники отчаянно вели борьбу за шайбу, но все атаки были тщетны. За первую 20-минутку так никому не удалось пробить оборону – 0-0. Во втором периоде на 4-й минуте «Союз 80-х» атакует и открывает счет. Через несколько минут «Союз 80-х» снова идет в атаку и записывает в свой актив вторую шайбу. На табло 0-2. На 9-й минуте хоккеисты «Союза 80-х» нарушают правила. «Старту» предоставляется возможность реабилитироваться. Штрафной удачен. На 10-й минуте инициатива вновь переходит к «Союзу 80-х». Еще дважды команда удачно атакует ворота «Заводчан». Положение лидера «Союз 80-х» сохраняет до конца периода. На табло 1-4. За последние 20 минут игры «Старт» трижды удачно атакует ворота соперника. «Союз 80-х» забивает одну шайбу. Результат встречи 4-5 в пользу «Союза 80-х». Сергей Пруцкий, телерадиокомпания «Заречный».